Коллеги, всем добрый вечер. Предлагаю по традиции пару минут еще подождать, пока все присоединятся. Так, ну, в принципе, у нас собралось 16 человек, около половины, наверное, от всех заявленных участников, уже неплохо. Спасибо, что присоединились в этот неранний час, и я, наверное, в первую очередь хотел бы адресовать этот момент. Понимаю, что время там не самое удобное, возможно, для кого-то. Вот. К сожалению, пока мне мое расписание не позволяет что-то радикально с этим сделать, вот, я думаю, что можно сдвинуть начало занятий в 7, вот, если это поможет, то есть немного не попадая в сетку, но тем не менее пораньше, чтобы не заканчивать так поздно. Вот, я попозже скину в чат опрос, вот, удобно ли это, поможет ли это. Вот, если да, то ну, в 7, наверное, мы сможем начать уже в следующий раз. Может быть, чуть позже удастся сдвинуть это время еще вниз. Вот, но пока гарантировать не могу, к сожалению. Но в целом, на самом деле, хочу сказать, что форм каких-то контроля, да, на семинарах у нас проводиться не будет. И поэтому, ну, если кому-то уж совсем неудобно, ну, да, опять же, с пониманием, что это вполне может быть неудобно, да, там даже 7, вот, вы можете там присоединиться и прослушивать семинары либо в записи, либо... ну, даже там у каких-то других семинарских групп. То есть, может быть, они вам, допустим, больше понравятся по стилю, да, изложения. Здесь в этом плане все достаточно либерально. Собственно, я, по-моему, так и не представился. Вот сразу перешел к вопросу, который, мне кажется, животрепещущим. Но, тем не менее, меня зовут Андрей, и помогать в этом семестре мне будут Рома и Никита, наши ассистенты, то есть мы в чате все отмечены, кто семинарист, вот, кто ассистенты, так что обращайтесь, задавайте вопросы, все традиционно в этом плане. И, наверное, давайте перейдем к теме сегодняшнего семинара. Я расшарю экран.
Кстати говоря, ну, я полагаю, что в прошлом модуле у вас был Python и более-менее с такой средой, как Jupyter Notebook, вы знакомы. Скажите мне, пожалуйста, прав ли я? Да. Угу, отлично. Ну, сам ноутбук, по которому мы сегодня пройдемся, я скинул в чат. Мне кажется, пока его, возможно, не выложили в репозитории, в следующие разы ноутбуки будут заранее подгружаться туда, их можно будет скачивать оттуда. Вот. Ну, сегодня просто предлагаю вам забрать его из чата. О чем мы с вами будем сегодня говорить? В начале семинара, ну, это небольшое такое повторение про Jupyter Notebook, некоторые полезные команды, которые могут помочь в навигации по ноутбуку, там, не используя мышку. Это если мы нажимаем Escape, переходим в командный режим, и мы можем там скопировать ячейку, добавить, удалить. Но, честно говоря, не все этим пользуются. Наверное, я тоже отношусь к людям, которые не очень пользуются вот именно вот этими командами, но там Ctrl-Enter и Shift-Enter, конечно, эти вещи знать неплохо, то есть запускать ячейки, именно запускать их так удобнее. Давайте запустим нашу первую ячейку в этом модуле и перейдем к разговору о такой библиотеке, как NumPy. Ну или NumPy, кому как удобнее. Скажите, пожалуйста, может быть, кто-нибудь из вас уже слышал о ней или работал с ней? Что вы можете сказать? Так, не работали. Хорошо. Вероника пишет плюс-минус. Давайте, может быть, про плюс расскажете. Да, все правильно. Это работа с матрицами. Это удобная и быстрая библиотека для, в первую очередь, матричных вычислений, которые в большом количестве встречаются в машинном обучении. И главное преимущество этой библиотеки в том, что ну, какие-то, допустим, поэлементные операции, да, допустим, сложить два вектора. Просто в Питоне нам бы пришлось писать цикл, пробегаться циклом, там, допустим, по каждому из этих векторов. Вот, и ну, на самом деле это было бы очень неэффективно, потому что ну, в Питоне, Питон, он язык удобный, но за счет этого он уступает скорости таким языкам, как C. Вот. И как бы такие циклы вычисляться будут долго. Если мы оперируем большими данными, большими числами, мы в конце ноутбука это увидим, мы замерим, там, сравним просто скорость питона, да, и чистого питона, и этой библиотеки, и увидим весь выигрыш. За счет чего этот выигрыш происходит? За счет того просто, что внутри этой библиотеки, у нее под капотом, вот вычисление как бы циклов, оно, конечно же, происходит, но оно происходит на языке C, вот, что гораздо быстрее и избавляет нас от циклов в Питоне. Вот. И именно поэтому, допустим, в домашней работе и вообще в дальнейшем в целом мы будем стараться избегать циклов. Вот. И ну, в дальнейшем в домашней работе там будет прям прописано как бы требование, да, не использовать циклы, именно чтобы задействовать вот это преимущество библиотеки NumPy, задействовать ее скорость и уметь обходиться только ей. Ну, импортируем мы ее
значит, присваивая ей стандартное название, такое алиас НП, и объекты в этой библиотеке, вот чем мы, собственно, оперируем, да, это так называемые NumPy arrays, ну, это, условно говоря, можно сказать, вот те самые матрицы, да, в общем виде, про которые Вероника говорила, вот, потому что там, допустим, вектор строку или вектор столбец, это можно тоже представить как матрицу, там, размера, у которой одна из размерностей единица, вот. Если размерности больше, чем две, то как бы это уже тензор, но сильно это сути не меняет. Вот. Итак, NumPy array, как этот объект создается, один из простых способов его создания – это просто передать ему туда список, вот в такой конструктор. И затем мы видим, что как бы этот список, поскольку это список списков, по сути, в этом списке как бы мы задали две размерности. И вот мы видим, что как бы NumPy array представляет собой эту матрицу, как раз-таки объект размерности 2. Мы можем посмотреть тип переменных, которые содержатся в нашей матрице. В данном случае это целочисленный тип, 64-битный. Соответственно, опять же, в силу оптимизации, как бы в одном NumPy массиве могут лежать объекты только одного типа. То есть мы не можем создать вот этот объект, где будут, допустим, какие-то целочисленные переменные, какие-то с плавающей запятой. То есть они все приводятся к одному типу. В общем, тип переменных один. Вот. Как мы уже с вами обсудили, значит, мы получили таким образом матрицу с тремя строками и двумя столбцами. И увидеть это мы можем с помощью метода shape. Вот. Ну, вообще, как бы стандартный этот лайфхак, посмотреть вообще все, что мы можем увидеть. Там, да, все методы объекта мы можем просто поставив перед ним знак вопроса, вот, ну и удобным образом можем посмотреть все доступные нам операции с этим объектом. Дальше. Число осей. Поскольку это у нас матрица размерности 2, вот этот метод нам именно это и выдает. Что еще мы можем делать с объектами в этой библиотеке? Что удобно делать? Очень удобно реализованы в NumPy агрегирующие функции. То есть, ну, в принципе, это все работает и с обычными списками. Здесь, наверное, вот здесь особо ничего нового, но мы можем посчитать, здесь мы просто посчитали сумму всех объектов нашего массива, вот, но мы можем в NumPy сделать подсчет по осям, которые нам интересны. То есть мы можем посчитать либо в данном случае по столбцам, либо по строкам. То есть
Для этого нам нужно передать дополнительный аргумент access, значит, в NumPy, так, access 0 – это у нас строки, access 1 – это столбцы, вот, но… Вот в агрегирующих функциях то, что мы передаем access 0, да, то есть столбцы, это означает то, вот здесь мы передаем именно, здесь мы передаем ту ось, которую мы как бы схлопываем в этой нашей агрегирующей функции, да. То есть говоря, что access, который нам интересен, это столбцы, мы, по сути, говорим нашей функции схлопнуть значение по столбцам. Вот, и поскольку у нас столбца с вами два, вот здесь мы два значения и получаем. Если же мы указываем строки, вот, то наоборот, мы схлопываем строки и... нет, прошу прощения, если мы указываем access 1, то это значит, что схлопываем мы столбцы. Вот. То есть 1 плюс 2, 3 плюс 4, 5 плюс 6. На самом деле, очень часто, даже работая там достаточно длительное время, вот эти обозначения, да, там, какую ось, где нужно подставить, чтобы получить необходимый результат, проще просто проверить эмпирически, да, подставляв, вот, и, ну, посмотрев, как бы, то ли получается, что нужно, вот. И если вот этот момент, я к тому, что если этот момент с осями, он сразу не понятен или как-то, ну, не запоминается, то это абсолютно нормально, это стандартная ситуация, и, ну, очень часто можно просто по ходу проверить, подставить и особо не запоминать. Тем более, что между различными библиотеками, допустим, библиотека PyTorch для глубинного обучения, да, которую мы будем рассматривать в следующем семестре, там принципы могут быть немножко другие, и это вот может вызывать дополнительную путаницу. Поэтому можно просто как бы проверять это эмпирически, ничего зазорного нет. Значит, что еще мы можем сделать с нашей матрицей? Нам доступны, понятное дело, различные операции из линейной алгебры. Допустим, здесь мы эту матрицу транспонируем. Здесь это сделать можно двумя способами. Ну, понятно, что более короткая запись, она нашла более широкое распространение. Вот, в подавляющем числе случаев это делается именно вот просто с помощью буквы Т. Что важно, по умолчанию операции, ну, то есть, производя вот эти все операции, мы не меняем саму переменную. И, то есть, операции по умолчанию не являются операциями in place, так называемыми. Поэтому если нужно как бы переменную поменять, то вот если бы нам нужно было переменную век нашу транспонировать и сохранить в этом виде, мы бы написали вот так. Мы бы просто ее перезаписали таким образом. Вот. Хотел вас спросить, есть ли какие-нибудь вопросы или там замечания по тому, что мы на данный момент разобрали? Или пока все понятно, все нормально?
Пока вопросов нет. Хорошо. Полезная вещь. А, как вот Алексей спрашивает, какой общий принцип нумерации осей? Ну, на самом деле, вот ось 0 с индексом, да, в NumPy это как бы строки, да, ось 1 это столбцы, вот, но работать они могут немножко по-разному, в зависимости от того, какую функцию мы применяем. Вот в случае, вот чаще всего мы будем применять, нам будут нужны эти оси для того, чтобы применить какие-то агрегирующие функции, то есть либо сумму посчитать, либо среднюю взять, либо ну, еще какую-то статистику посчитать по выбранному нами столбцу, ой, по выбранной нами оси. И в данном случае вот этот параметр, он будет отвечать именно, ну, мы тем самым будем как бы сообщать NumPy, по какой оси мы хотим видеть агрегированный результат. То есть либо мы хотим посчитать сумму как бы по строкам, тогда мы передаем access 0, или максимальный элемент вытащить из каждой строки, да, или среднюю посчитать по каждой строке. Вот. Или мы хотим что-то вытащить, какую-то статистику вытащить, собственно, либо мы хотим схлопнуть столбцы, ну, либо какую-то статистику из них вытащить. Да, спасибо. Так. Очень важно и такая, ну, полезная функция – это изменение размеров массивов. То есть, допустим, нам задан одномерный какой-то массив, вот, а мы из него хотим сделать матрицу. Ну, здесь показаны примеры, в общем-то, как мы можем там одну матрицу там, 3 на 2 перевести в матрицу 2 на 3, вот, но в принципе эта логика, ну да, здесь как бы объяснение начато с относительно простого примера. Давайте пока разберем его. То есть у нас была матрица 3 на 2. Вот, мы как бы захотели сделать из нее матрицу 2 на 3. И мы просто, если мы знаем, что мы хотим, мы задаем вот здесь вот новые нам нужные размерности. Иногда бывает, что мы не знаем, чего мы, ну, точнее, мы знаем одну из размерностей, можем знать, либо по строкам, либо по столбцам, вот, а вторую размерность, ну, нам считать лень, там, мы не хотим ее считать. В этом случае мы можем передать параметр минус один для вот этой размерности, да, и нам все посчитает за нас. Таким образом, вот здесь мы получили, значит, 2 на 3, и здесь мы получили тоже 2 на 3. Ну, это бывает полезно, если матрицы не такие игрушечные, да, как у нас, а какие-то там большие там, в рабочих ситуациях. Понятное дело, что если мы, допустим, попросим его решейпнуть вот в такую матрицу, все сломается, да, потому что, ну, 6 не делится, у нас 6 элементов в матрице, и 6 не делится нацело на 5. Скажите, пожалуйста, понятно, как работает решейп и для чего нам
нужна, для чего нам полезна вот эта вот минус единичка, как работает эта функциональность. Да. Угу. Отлично. Вот. Теперь давайте поговорим про индексирование. Ага. Так. Давайте я еще раз поясню. В чате тебя просят. Смотрите. Мы можем менять, вот у нас в массиве 6 элементов, да, и мы можем, ну, эти 6 элементов расположить таким образом, какой нам нравится, но при этом, чтобы как бы не оставалось ни пустых, чтобы были заполнены и все строчки, и все столбцы. А вот для 6 элементов это можно сделать. Что нам доступно, да? Как можно расположить 6 элементов? Мы там можем 2 строки сделать, 3 столбца, да, там, как здесь, 3 строки, 2 столбца. Или, допустим, сделать вот так. И тогда мы получим просто, по сути, вектор строку или сделать наоборот. Вот. Это, в общем-то, все варианты, которые нам доступны. И... Ага. Так, почему он делает именно... Ага. Сейчас. Так. Ну, потому что, условно говоря, если мы растянем этот объект. Сейчас. Вот. Если мы растянем этот объект наш в вектор размерности 1, да, то ну, нам перерастягивает его таким образом. То есть он базово считает, что вот, ну, в базовом виде, да, наши элементы вот, расположены именно в таком порядке. То есть, если у нас изначальный наш вектор, точнее, изначальный наш массив выглядел таким образом, то ну, своего рода как-то базовая форма, да, она NumPy воспринимает ее вот так вот. То есть, мы идем по строчкам, соответственно, там вот 1, 2, 3, 4, 5. Я согласен, что ну, это выглядит логично, но я согласен, что там в этом может быть какая-то неоднозначность. Вот как бы, на ваш взгляд, Алексей, вот как на ваш взгляд еще могли бы быть расположены элементы, когда мы делаем reshape нашего изначального массива? Угу. Ну, да, согласен. Могло быть так, вот, но, наверное, ну, как бы, все-таки транспонированный, это, наверное, не первый вариант, который приходит в голову, то есть это какой-то чуть-чуть, наверное, не путь наименьшего сопротивления, вот, и, наверное, ну, тут нужно просто запомнить, что
работает именно так. Вот чтобы решей переводил в транспонированную матрицу, ну, все равно это как бы какие-то как бы дополнительные действия, да, и там, где можно, ну, условно говоря, да, сделать проще, как правило, делается проще. Вот, и, ну, вот исходя из какого-то такого принципа общего, там можно запомнить, что когда мы делаем этот решейп, ничего прям сложного и ну, такого нетривиального не происходит. То есть все достаточно просто, тривиально. Угу. Вот. Давайте тогда поговорим про индексирование. Оно вам, уверен, знакомо просто по курсу Питона. Здесь оно работает похожим образом. Значит, если мы хотим, чтобы мы ставим двоеточие, если мы хотим видеть, значит, результат, либо целиком весь столбец, либо целиком всю строку. Соответственно, двоеточие на первом месте, ну, как бы, получается у нас, если вспомнить разговор про оси, да, axis 0, то есть на первом месте, это у нас столбцы. И двоеточие говорит, вот возьми нам, ой, прошу прощения, нулевая ось – это строки, то есть строки. И двоеточие говорит, возьми нам элемент из каждой строки, из первого столбца. Значит, здесь мы берем наоборот. Мы берем элемент из, получается, каждого, так, все правильно, да, мы берем элемент из каждого столбца из второй строки. Значит, индексацию там можно делать чуть более сложно. Можно вообще индексировать NumPy array, допустим, другим. Ну, мы можем индексировать NumPy array какими-то более сложными объектами, и мы в дальнейшем посмотрим. То есть, допустим, мы можем индексировать его булевой маской. Вот, это нам очень сильно пригодится. Здесь относительно простые случаи, то есть здесь у нас что происходит, то есть своего рода там, срез от, получается, второго столбца до третьего, значит, из него мы берем первый элемент, вот, и нам возвращается этот элемент. Здесь мы берем срез просто с шагом, да, и по сути мы таким образом пропускаем нашу вторую строку в массиве. Так, ну, на самом деле здесь, вот здесь ничем не отличается от Питона. То есть то, как мы работаем со срезами, здесь не отличается сильно от Питона. Вот, отличия будут чуть дальше, мы чуть попозже о них поговорим. Вот, и, да-да. Так. По столбцам, второй по строкам. Нет, наоборот. То есть axis 0 – это у нас строки, вот, axis 1 – столбцы. Вот, поэтому
здесь, допустим, да, в самом первом примере. Нам нужны все столбцы. Нам нужно значение, значит, каждого элемента в первом столбце. Да. Вот. Угу. Ну и самое главное, вот чем эта библиотека хороша и чем она удобна, это возможность очень просто совершать различные арифметические операции над матрицами, над векторами. Вот, допустим, нам нужно каждому элементу прибавить единичку. И мы можем обойтись без всяких циклов, без всего-всего, просто написав век плюс один. Вот все, каждому элементу мы добавили один. То же самое, если мы хотим каждый элемент умножить на 2. Там, возвести в степень, да, там, сложить, вот, там, возвести в квадрат и сложить с самим собой. Вот с умножением важно понимать, что по умолчанию все операции производятся по элементу. То есть если мы запишем вот так, да, то каждый элемент, получается, у нас получится два объекта, наша исходная матрица и матрица исходная, в которой каждый элемент возведен в квадрат. И просто поэлементно произойдет, ну, как бы умножение. Получается, каждый элемент умножится на себя же там в квадрате. То есть, по сути, получим кубы исходных элементов наших. Здесь, наверное, будет логично сразу перейти сюда. Вот, чтобы умножить матрицы как матрицы, да, есть специальные функции в NumPy. Можно сделать это вот через такую запись .dot, а можно сделать это через вот такую запись, через собачку. Опять же, это удобнее, вот эта вот запись более короткая, более удобная. Вот, лучше пользоваться ей. Если мы попробуем, соответственно, да, здесь у нас эта операция сработала, потому что это умножение поэлементное. Что произойдет здесь? Можете подсказать? Не пройдет, потому что нельзя умножить там типа матрицу на матрицу. Ну да, то есть матрицу 3 на 2 нельзя умножить на матрицу 3 на 2. То есть у правой матрицы как бы первая размерность должна быть двойка. Размерности не согласованы, нам выдается ошибка. А умножить, в свою очередь, нашу исходную матрицу на транспонированную мы уже можем. То есть тут размерности будут согласованы. Вот. И мы получим матрицу 3 на 3. Либо таким способом, либо таким способом. Так. Ну, в арифметических операциях мы с вами не запустили одну единственную ячейку. Ну, тут тоже все логично. Мы, допустим, можем какую-то функцию, в данном случае синус, взять от каждого элемента нашей исходной матрицы. Вот. Давайте скажем пару слов про такую вещь, как бродкастинг. Достаточно важная вещь в целом. Что она из себя представляет? Вот на самом деле мы с бродкастингом уже сталкивались по ходу этого семинара, чуть выше. Бродкастинг заключается в том, что, строго говоря, вот здесь, да,
мы складываем вектор, мы складываем, вообще говоря, матрицу, да, со скаляром. Вот. И, ну, вообще непонятно, почему это должно работать, да, потому что, по идее, мы должны складывать там матрицу с... Мы можем ее складывать, ну, с матрицей такой же размерности. Вот. Здесь у нас всего лишь скаляр. Но в таком случае NumPy, ну, и в схожих ситуациях, он как бы понимает, что мы хотим сделать, и растягивает, условно говоря, бродкастит меньший объект таким образом, чтобы по размерностям было все согласовано. То есть в данном случае внутри себя он эту единичку растянул в матрицу 3 на 2 и сложил с нашей исходной матрицы. Вот. Здесь у нас чуть более сложный пример. Допустим, мы создадим вот такой массив, да, новый объект, и захотим сложить его с нашей исходной матрицей. Вот как вы думаете, ну, какой наиболее логичный результат вот здесь вот можно получить? Каков будет ход выполнения этой операции? Что произойдет? Ну, то есть вот NumPy на вход получил, что ему нужно сложить вот эту матрицу, да, и вот такой вектор-столбец. Ну, что было бы здесь логичнее, вот что логичнее всего предположить? Что нам здесь вообще, ну, чего мы хотим от этой операции? Что мы здесь хотим на выходе? Понятно, что, строго говоря, это, ну, неправильно, как бы складывать такую матрицу и такой вектор-столбец. Вот. Но интуитивно, возможно, там... Так, чтобы там 0 были во втором столбце. Нули были во втором столбце. Не совсем понимаю. Можете пояснить, Алексей, пожалуйста? То есть я имею в виду, что вот у нас матрица получается 2 на 3. Ага. И мы вот эту вот как бы единичную, ой, не единичную, а матрицу, в которой вектор-столбец, чтобы все элементы вот этого вектор-столбца прибавились, например, к первому столбцу вот этой нашей матрицы век. Ага. Только к первому? Ну, у меня интуиция подсказывает, что да. Но... Ну, на самом деле, вот... Это иллюстрация того, почему бродкастинг в том числе использовать довольно опасно. Ну, потому что, ну, с одной стороны, это может быть эффективно, да, потому что ну, нам не нужно, допустим, да, там, когда мы хотим сложить матрицу там, с каким-то, допустим, я не знаю, скаляром, там нам не нужно... растягивать его в матрицу такого же размера. Вот. Ну, в этом случае все очевидно, и обычно разночтений не бывает. А в каких-то более сложных случаях вот интуиция может работать по-разному. Вот здесь предполагается на самом деле, что мы хотим сложить этот столбец с каждым из столбцов исходной матрицы. Вот. И поэтому... нам выдастся соответствующий результат. Но с этим нужно быть аккуратнее, да, потому что иногда бродкастинг действительно как бы работает, ну,
интуитивно кажется, что должно получиться одно, вот, а работает оно немножко по-другому. И из-за этого бывают ошибки, и поэтому вот, где интуиция не очевидна, лучше делать там, явным образом то, что вы хотите сделать. Вот, метод arrange. Метод arrange, он схож с методом range в питоне. Он просто задает, мы создаем в данном случае numpy array из элементов от 0 до n минус 1. То есть range 4, ну это просто 0, 1, 2, 3. Дальше. Давайте поговорим про булевые массивы. Для чего? Ну и, во-первых, что они из себя представляют, да? То есть булев массив – это просто массив, в котором элементы которого принимают одно из двух значений, да, true или false. И мы, допустим, с помощью таких массивов можем делать маски исходных массивов, вот, и затем как-то объекты там фильтровать, отбирать при помощи этих масок. Вот что здесь происходит? Здесь мы хотим проверить каждый элемент нашей исходной матрицы, является ли он четным. И для этого создаем вот новую, для этого создаем такую матрицу, говорим, что в этой матрице, значит, мы обозначаем элемент как true, если в нашей исходной матрице этот элемент был четным, то есть остаток отделения на 2 был равен нулю, и false иначе. Вот. Мы получили такую маску, ну, false и true, понятно, что это и там единицы, нули. Если мы просуммируем все элементы, мы получим 3. Но самое главное, что мы можем сделать, это вот то, про что я говорил, когда говорил про некую там более продвинутую индексацию. Да? Мы можем проиндексировать наш, условно говоря, исходный массив нашей этой маской. И эта наша маска, она как бы закроет элементы, вот, закроет те элементы, на местах которых маска принимает значение false. И мы получим с вами только те элементы, для которых значение маски равно true. Вот таким образом мы своего рода отфильтровали исходный массив и получили из исходного массива как бы массив четных элементов. Вот. Далее, что полезно еще знать? Опять же, в силу оптимизации, в силу скорости, как бы вот эти наши объекты в NumPy, да, NumPy-массивы, они не предполагают, что к ним что-то аппендится, да, там, таким же способом, как мы можем аппендить к питоновским спискам, потому что если мы хотим как-то изменить этот массив, да, там, что-то к нему добавить, по сути, приходится там в памяти создавать его заново. Поэтому часто удобно, и ну, это и для других целей бывает удобно, заранее создать такой массив placeholder нужной нам размерности. Вот как это можно сделать? Можно это сделать при помощи np0s. Это команда создаст нам массив из нулей размерности, ну, соответственно, из двух строк и трех столбцов.
можем сделать массив из единиц. Или можем создать единичную квадратную матрицу, получается, 5 на 5. Несмотря на то, что эти массивы, там, нельзя к ним, условно говоря, аппендить, да, но мы можем их объединять, вот, и делается это при помощи таких методов, как hstack и vstack. То есть hstack, он к нашему исходному массиву просто как бы добавляет, да, новые столбцы, получается, по горизонтали, а vstack добавляет нам новые строки. Единственное, я хотел сделать небольшое замечание, то есть то, что я говорю про append, конечно, в целом можно аппендить, просто это не очень эффективно. То есть нужно понимать, что в этом случае массив как бы создается заново. Вот. Это немножко не работает так же, как в случае с питоновскими списками. Вот. Таким образом, если у нас имеются два массива, которые с согласующимися размерностями, да, мы можем их объединить вот таким образом, при помощи этих функций. Давайте я спрошу вас в очередной раз, все ли понятно до текущего момента, или есть какие-то вопросы. Так, вроде вопросов нету. Давайте тогда продолжим. О чем еще можем поговорить? О генерации, мы можем поговорить о генерации случайных чисел. То есть это тоже часто нам нужно, часто нам будет пригождаться для создания, ну, каких-то быстрых, часто полезно даже, чтобы создать какие-то быстрые проверочные массивы, вот что-то посмотреть, по-быстрому проверить. Самая базовая функция, то есть в NumPy за это отвечает модуль random. И random-rand создает нам массив с заданными параметрами, соответственно, с двумя строками, тремя столбцами, инициализированный числами из равномерного распределения от 0 до 1. Вот. Есть такая штука, которая будет часто встречаться у нас в ноутбуках, так называемый сид. Вот np-random сид – это так называемая фиксация сида. Это делается для того, чтобы, ну, понятно, что случайные числа, которые генерируются компьютером, они на самом деле являются псевдослучайными. То есть они высчитываются просто по очень-очень там сложной формуле, да, которая на выходе, ну, просто выдает нам распределение статистически неотличимое от случайного, да. Но понятно, что эта функция, да, сложная, она чем-то инициализируется, да. Если, какой бы сложной она ни была, если мы инициализируем ее одним и тем же, вот в данном случае инициализация служит это число, то и на выходе мы получим тот же набор случайных чисел. Вот. Для чего это нужно? Для воспроизводимости. То есть мы провели какой-то эксперимент, да, что-то посмотрели, посчитали, и, ну, при следующем запуске мы хотим
как бы видеть то же самое, да, чтобы, ну, в общем, чтобы наш эксперимент был воспроизводимым. И именно для вот этой воспроизводимости, да, чтобы мы каждый раз получали с вами там одинаковые результаты, да, если нам, так сказать, по смыслу, да, нужно получать каждый раз одинаковый результат, то вот именно для этого и сделана вот эта фиксация седа. Так. Мы можем с вами инициализировать значение не только из равномерного распределения, но также из нормального. Вот для этого у нас здесь есть модуль random. Ну, random normal, он 2.1 – это параметры нормального распределения. Да? То есть сигнатура здесь немножечко другая. Здесь мы задаем размеры, мы просто говорим, что нам нужны три элемента вот, из нормального распределения с данными параметрами. Randint – это, получается, тоже часто использующая, ну, это функция, которая часто пригождается. Вот это случайные целые числа из равномерного распределения. Получается, таким образом мы создаем массив из трех элементов. И то, что, про что мы говорили в начале, да, почему вообще мы используем NumPy. Ну вот, допустим, у нас есть две матрицы. Вот это даже не самый большой размер, но, не знаю, там, давайте там сделаем 500. Две матрицы 500 на 500. И допустим, мы хотим по правилам линейной алгебры эти две матрицы перемножить. Что мы можем сделать? Мы можем это сделать при помощи циклов, а можем это сделать, собственно, средствами NumPy, да, и вот этот magic функция time позволит нам измерить скорость одной операции и второй. Вот, ну, здесь уже сразу видно, что результат то есть уже понятно, что нам приходится ждать какое-то время. Видно, что это довольно долго. Мы сравним с вами с NumPy, и там это будет быстрее. В принципе, будет понятно даже без вот этой magic функции. А пока это все считается, давайте, может быть, попробуем решить несколько задач, которые нам предлагаются. Сколько у нас осталось времени? Я думаю, у нас как раз осталось время, чтобы решить, ну, по крайней мере, там первые 5 задач. Так, что-то хотел продемонстрировать, что это долго, но, наверное, не настолько долго. Что-то мне это не нравится. Давайте попробуем немножко поменьше. Так. Все, есть результат. 7 секунд. Ну, видно сразу, что здесь результат измеряется в секундах, да, а здесь в миллисекундах.
То есть скорость совершенно несопоставима. Ну, и вот отсюда наиболее очевидным образом видны преимущества этой библиотеки. Давайте теперь попробуем решить задачи. Первой задачей нам предлагается развернуть одномерный массив. Вот. Я не знаю, делали ли вы что-то похожее на Питоне. Мне кажется, наверное, должны были делать. Ну, неважно, тем не менее. В таком случае давайте вспомним. Я дам вам какое-то время подумать, а вы потом напишите, пожалуйста, в чат, что у вас получается, ну или голосом, как удобно. Собственно, создадим какой-нибудь массив, довольно стандартный, и как-нибудь назовем. Вот, предлагается его развернуть. Подскажете, что нужно написать для этого? Так. Можно попробовать с помощью, господи, индексирования взять все элементы массива и минус один написать. То есть два двоеточия и минус один. Да, все правильно. И так это и делается. Все, благодарю. Значит, с первой задачей мы справились. Давайте теперь перейдем к более каким-то характерным задачам уже для NumPy. Нам нужно найти максимальный нечетный элемент в массиве, да? Давайте, чтобы создадим немножко другой массив, чтобы было не все так очевидно, да, допустим. 8, 5 элементов. Вот. И, значит, нам нужно найти максимальный нечетный элемент в массиве. С чего мы начнем, как вы думаете? С чего здесь будет удобно начать? Сначала просто вытащим все нечетные. Угу. Как мы это сделаем? Ну вот, ну просто как бы, вот как мы когда вы рассматривали булевые массивы, там то, что мы... Да, все правильно. Когда мы рассматривали булевые массивы, все, мы именно так и делали. Можем прямо отсюда взять и смотреть. Ну, в данном случае нам нужны нечетные, да, вот, мы получили такую маску, и что мы дальше делаем с этой маской? Ну, вызываем, соответственно, ну, как бы наш вот этот массивчик А, именно те элементы, которые... Ну да, то есть мы индексируем наш исходный массив А нашей маской. Так, все, получили. Ну и дальше уже очевидно, да, среди этих элементов просто находим максимальный. Все правильно, отлично. Так, третье. Заменим все нечетные элементы на наше любимое число. Не знаю, какое любимое число. У нас с вами восьмая группа, значит, любимое число будет 8. Как нам
с этой задачей справиться? Как вы думаете? Ну, на самом деле, наверное, здесь нужно немножечко подсказать, потому что вот как таковой этот вопрос не поднимался, но на самом деле, когда мы выбрали, допустим, все нечетные элементы, да, и вот мы их получили таким образом в нашем исходном массиве, да, и здесь мы нашли максимальный элемент, но мы можем эти элементы перезаписать, то есть присвоить им другое значение. Вот, условно говоря, мы можем, проиндексировав этой булевой маской, выбрать интересующие нас элементы и всем этим элементам что-то присвоить. В данном случае, как бы, наше вот это число. Все. И это будет так работать. То есть мы маской находим то, что нам нужно, и потом присваиваем. Да? Опять же, как бы, то, что нам нужно присвоить. Вот такой прием будет пригождаться нам в дальнейшем. Так. Вот четвертая задача. Нам нужно создать массив первых n нечетных чисел. Да, операция присваивания, получается, меняет объект. Вот когда мы присваиваем, мы меняем объект. Вот. Если мы просто что-то там делаем, да, там как-то, не знаю, наш этот массив век транспонируем, вот смотрим максимальный элемент, минимальный, то есть с массивом ничего не происходит с исходным. Вот, но если появляется операция присваивания, да, она уже как бы элементом присваивается новое значение. Все верно. Давайте посмотрим на четвертую задачу. Создать массив первых n нечетных чисел, записанных в порядке убывания. Вот. Если n равно 5, то ответом будет вот такой вот массив. Функции, которые могут пригодиться при решении, вот мы можем использовать тот самый arrange. Давайте тоже дам какое-то время подумать, но если у кого-то уже готов ответ, то поделитесь, пожалуйста. Еще раз, у нас n изначально как бы задано, или мы для любого n должны придумать? Ну, у нас, скажем так, нам n дается на вход, да, допустим, у нас n равно 5, вот, и нам нужно написать что-то, своего рода функция, да, как, которая нам выдаст 5 первых нечетных чисел, записанных в обратном порядке. Тогда просто a равно там, а вот arrange. Угу. N такой arrange. Да, и там получается от 2n минус 1 до 0 с шагом минус 2, если так можно. Мне кажется, должно быть. Да. Все верно. То есть по массиву мы можем arrange в качестве третьего аргумента, точно так же, как и range в питоне, принимает шаг и отрицательный шаг, это значит, мы по массиву идем в обратную сторону. Извините, можете повторить, что у нас первые два аргумента еще раз значит? Смотрите, первый аргумент — это то, ну, как стандартная сигнатура рейнджа, да, в питоне,
Первый аргумент – это то, откуда мы стартуем. Вот. А второй аргумент – это то, где мы заканчиваем. И третий аргумент – это шаг. Здесь мы стартуем с вами от максимального числа и заканчиваем как бы минимальным. Но поскольку у нас, как всегда, да, как и в рейнже, у нас полуинтервал, то есть этот полуинтервал захватывает начало, но не захватывает конец. Вот. Ну, то есть там range от 5, это будет 0, 1, 2, 3, 4. Да? То есть 5 не включается. Также и здесь. Это работает то же самое и в обратном порядке. Если нам нужна единичка, то здесь нам нужно поставить 0. Если нам нужно начать с 9, то здесь нам нужно указать именно 9. Ну и, соответственно, шаг минус 2, поскольку мы начинаем с 9 и идем по нечетным элементам до единицы. Ответил на вопрос? Да, спасибо большое. Отлично. Так. Ну и давайте посмотрим, наверное, последнюю на сегодня. Задачку 5. Нам нужно вычислить самое близкое и самое дальнее число к данному в рассматриваемом массиве. Вот давайте прямо из примера зададим какой-то массив. Стоп. Ну, в принципе, довольно тривиально. Можно было так не задавать, но хуже не будет. И число 1.33. Вот оно, наше число 1.33. Вот. И нам нужно найти, получается, что нам нужно найти? Да, нам нужно найти самое близкое и самое дальнее. Нам пригодятся, получается, модуль, argmax, argmin. Я думаю, вы с ними тоже встречались в курсе Питона. Давайте попробуем, какие у вас есть догадки, версии, что можно сделать. Ну, то есть, самое ближайшее и самое далекое число, они чем будут характеризоваться? Да? То, что модуль от, соответственно, модуль разности вот этого числа и минимального элемента, он будет наименьшим, да? А модуль разности вот этого числа и наибольшего числа отсюда, он будет как бы максимальным. Теперь нам просто нужно это реализовать. Вот что мы сделаем на первом шаге? Мы просто поменяем наш массив. Угу. Каждый элемент будем записывать как раз-таки модуль разности. Угу. Ну да. То есть, получается, это у нас numpy, поэтому мы можем просто для начала посмотреть, что будет из себя представлять вот такой массив, да? И мы можем, так, сейчас что-то появится, сейчас. Вот, мы получили массив модулей разности, да, и теперь нам нужно найти как бы индекс, нам нужно найти индекс минимального элемента, вот, его мы получим таким образом,
И то же самое нам нужно найти как бы индекс максимального элемента. Его мы получим таким образом. Вот. Да, ну, собственно, это и будет являться решением. Ну, мы можем просто, на самом деле, здесь просто так получилось, что у нас совпадают элементы, да, если мы... у нас индекс элемента, он равен самому элементу. Если мы запишем вот так, ничего не поменяется. То есть мы получим сами элементы. Но формально, если бы массив был чуть-чуть другой, то для чистоты эксперимента сделаем вот так. Вот. Так. Последние две задачи, на самом деле, они такие, ну, здесь, наверное, мы по времени как бы уже их не особо будем сейчас успевать, вот, но на самом деле... Я думаю, мы потом выложим ноутбук с решениями. Я думаю, будет проще даже, если вы, ну, либо как бы попробуете сами посчитать, да, и потом сверитесь. Ну, либо просто посмотрите решения, потому что, ну, они такие чуть-чуть в меньшей степени. Чуть в меньшей степени там заточены именно на отработку каких-то вот NumPy вещей. Так. Ну, наверное, я думаю, что для первого раза, для первого семинара нам... Я думаю, для первого раза информации достаточно. Вот у нас там осталось там буквально 3 минутки, чтобы вас не задерживать, поскольку и так как бы время уже достаточно позднее. Вот, давайте посвятим эти 3 минуты, 2 там тому. Если у кого-то какие-то остались вопросы, рад буду ответить. Вот. Если вопросов нет, то тогда, в принципе, сможем потихоньку завершать. И, опять же, я в чате вернусь с предложением, там, поставлю этот вариант на голосование. Вот, если начинать там, хотя бы в 7, да, вот. Ну, и опять же, буду стараться в дальнейшем еще немножечко сдвинуть начало наших семинаров. А у меня вопрос по домашнему заданию. Может быть, я прослушала, но как оно будет и куда его скидывать? Так, домашнее задание будет уже довольно скоро. По идее, оно, мне кажется, будет чуть ли не на этой неделе. Вот. Куда его скидывать? Мы выложим invite в Anytask, то есть работать будем в Anytask, ну, просто через какое-то время там на Вите странице я дополнительно напишу в чат, появится как бы invite. Вот. Ну, я думаю, вы с Anytask работали много, сдавать будем туда. Ну, на всякий случай, он иногда... виснет, глючит. Я думаю, мы сделаем ящик специальный и как бэкап, что если какие-то проблемы будут с Anytask'ом, можно будет прислать туда или продублировать для верности. Спасибо. Угу. Вот. Ну,
Тогда благодарю вас. Большое спасибо. И пишите, если какие-то вопросы, либо мне, либо нашим ассистентам. Вот. Ну и до встречи в следующую среду. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.